В преддверии Нового года в общероссийском прокате стартовала комедия «Новогодний all-inclusive», в съемках которой приняли участие наши пушкинские таланты. 24 декабря кинотеатр «Море Синема» в ТРЦ «Акварель» пригласил юных актеров на премьерный показ фильма. Дети посмотрели фильм со своим участием и поделились впечатлениями от съемок. Съемки проходили очень весело. Возможно, даже иногда играли с актерами. Некоторые сценки показываются в трейлере. В мае этого года в Ивантеевке открылся кинопродюсерский детский центр. Детей обучают актерскому мастерству, вокалу и многому другому. Здесь готовят будущих актеров и актрис, а также моделей и звезд эстрады. Кроме того, у центра есть своя собственная кинопроизводственная компания. Мы снимаем свои сериалы, свое полнометражное кино, рекламные видеоролики. То есть наши дети, помимо того, что получают здесь образование, они также имеют возможность уже сразу же иметь практику участия в съемках фильма. Дети из кинопродюсерского центра постоянно выступают с большими российскими звездами на разных крупных площадках Москвы, а также снимаются в фильмах с известными актерами. Недавно ребята приняли участие в съемках в новой праздничной семейной комедии режиссера Олега Асадуллина «Новогодний all-inclusive». Дети работали с такими звездами кино, как Ян Цапник, Александр Златопольский, Олеся Судзиловская и многими другими, и отлично справились со своими ролями. Мне очень понравились съемки, там было очень интересно, даже иногда смешно. Я снималась в массовке, мне все понравилось. Мы иногда смеялись, иногда было очень много дублей, которые были, не получились и были немножечко смешными. Фильм «Новогодний all-inclusive» – это добрая семейная новогодняя комедия о двух совершенно разных семьях, которые решили встретить Новый год в одном и том же коттедже. По системе все включено. Комедия «Новогодний all-inclusive» уже в прокате в кинотеатре «Море Синема». Теперь можно собрать всю дружную семью перед экраном, пригласить друзей и в преддверии Нового года начать приятный просмотр праздничной доброй семейной комедии, в которой снимались ребята из нашего округа. Алина Рогожина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Специально для новостей Большого округа.